Первый секретарь посольства Великобритании в России Эндрю Ньюлен с рабочим визитом в Нижнем Новгороде. Он уже успел посмотреть новый стадион, который во время чемпионата мира примет матч с участием сборной Англии. 24 июня родоначальники футбола здесь встретятся с командой Панамы. В большей степени Эндрю Ньюленса заинтересовало обустройство медицинских кабинетов на арене, а также специальные камеры, куда во время матча будут направлять людей, совершивших определенные правонарушения. Здесь, наверное, зависит от того, что какое правонарушение совершилось. Если болельщик просто закурил на трибуне, это запрещено. Его просто предупредят и удалят с матча. Если это уже противоправные антитеррористические действия, соответственно, здесь уже другая программа.